Это у нас Ford Super Duty. Тюнингованный. Тюнинга тут на 17 тысяч. Да. Что колеса? Что за колеса тут стоят? Круглые? Да, 100%. 24-е. Ты что, 24-е? Я вчера видел в легковушке 24-е впихнули. Офигеть. Сзади 4 колеса. Артуру даже, смотри, чуть-чуть впихнуться, можно и так пробежать. Могу так гусиным шагом пройти. Платинум. Так, ты что, на пультике все, чётенько, сказка. Офигеть. Ну высоко, да? Вот это что-то грузить туда, блин. Сейчас, сейчас, внешне доснимаю. Thank you. Ого, 6,7 литров здесь. F450. А ну, Денчик, открой двери. О, сразу такая штука, чтобы можно было в нее хоть подняться, а то без него тоже хрен поднимешься. Вот так вот все. Компьютер на дверях у нас. Такая вот система. Интересно. Это получается у нас пятиместный. Пятиместный, но места дофига на самом деле. Панорамный люк. Ауксы. Климат-контроль. Сейф. Сильный сейф есть. Денчика заведешь? Давай рядом сяду. Нажимай. Еще куда зажать? Старт-стоп. А ну. Это что? Компьютер. Что это за музыка стоит? Музыка без имени. Вот такой вот люк панорамный. Так вот, закрываем. Так. Ладно, пусть открыться будут. Что еще интересного? Давай показываем. Так вот тихенький. Ну так красиво. А музыка стоит Sony. А Sony музыка это супер. Я обожаю. Вот так вот. Все. Вырубаем. Конфету. Закрываем дверки. Оп. Все подзакрылось. Вот такая машина. Короче, X3 как маленький седанчик возьму.